Романсы и стихи российских поэтов прозвучали в первой Одинцовской библиотеке в исполнении Лилии Борзовой. Певица любит исполнять также русские народные, патриотические песни и посвящает себя различным видам творчества. Провожу экскурсии, провожу праздники, пишу сценарии. Вообще-то я режиссер театрализованных представлений и праздников. Так что основная работа мне именно делать для людей праздник. В зале собрались поклонники творчества Лилии Борзовой, в основном представители старшего поколения, и с упоением слушали романсы в ее исполнении. Люблю петь больше для людей пожилого возраста, но приходится иногда и детские песни петь для детишек. Вот в парке Захарова я проводила много мероприятий, посвященных именно детям и их родителям. По признанию певицы, выходя на сцену, она чувствует единение с природой. Иногда радостно, иногда грустно. По-разному бывает. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».